прийти вовремя в нашей стране, то что значит? Насколько можно опоздать в нашей стране? Сколько? 15 минут. Все согласны, да? 15. Мы приходим в театр, 15 минут ждем, в кино 15 минут ждем. Мы учителя ждали в начальной школе, и в средней школе 15 минут, и в вузе, и как-то привыкли. Как-то привыкли к этому, хотя есть целые страны, где опаздывать неприлично. Знаете такие страны? Какие это страны? Где неприлично опаздывать, ненормально опаздывать, нехорошо. Германия, Сингапур, где еще не опаздывают? Америка, да, в Соединенных Штатах с этим все достаточно неплохо. Где еще? Где еще? Япония, да. Вот так, еще? Германия, Сингапур, Америка, Япония. Это все страны какие? Развитые, очень богатые страны. Заметьте, есть прямая корреляция между культурой уважения ко времени и эффективностью. Эти страны, они ведь не просто так взяли, вот у них всегда это было, нет? Еще 200 лет назад у них этого не было. У Сингапура еще 70 лет назад этого ничего не было. Была пиратская деревня. А потом раз, и что-то произошло. Они в какой-то момент остановились и сказали, стоп, а давайте-ка мы будем играть по своим собственным правилам. И теперь у нас будет другое правило в отношении культуры, времени, ну и так далее, и так далее. И сейчас я бы хотел показать тем, кто пришел вовремя. Мы всегда показываем тем, кто пришел вовремя, что-то полезное, чего не видят те, кто опаздывает. Ролик, который мы называем самый главный ролик про менеджмент. Вот уже 4 года я называю этот ролик самый главный ролик в деле построения корпоративной культуры. Давайте мы его посмотрим. Я очень люблю этот ролик. Он, на мой взгляд, все объясняет. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на эти пирамидки. Ответьте на вопрос. Какого цвета пирамидки вы? Обе белого. Вы. Обе белые. Вы. Обе белые. Вы. Обе белые, конечно. Вы. Белые. Вы. Обе белые. Вы. Обе белые. Вы. Обе. Нет, черно-белые. Цвет белый, переходящий в черный, и черный, переходящий в белый. В общем, перемешку. Какого цвета пирамидки, я не понял ответ. Смешанные, и белые, и черные. Какого цвета пирамидки? Обе белые. Белые. Обе белые. Белые. Я вообще черный цвет здесь не вижу. Обе белые. Следующий. Да белые. Обе белые. Но переходящие все в белый, да? Переходящие в белую? Да. Ну, обе белые тоже. Обе белые. Ваше мнение. Обе белые. Ваше мнение. Обе белые. Обе белые. Обе белые? Обе белые. Возьмите, пожалуйста, себе черную пирамидку в руку. Кто? Я? Да. Почему же вы сказали, что они обе белые? Значит, наверное, как мнение общее. Они не понимают, что происходит. Ребята, которые только что казались вполне адекватными, вдруг говорят заведомую чушь. Реальный цвет пирамидок становится неважен. Куда важнее поиск своего места в коллективе. Пойти против группы? Согласиться с ней, отказавшись от самого себя? Конечно, для некоторых было принципиально важно выглядеть непохожими на других. Ваше мнение? Ну, я считаю то, что на всех 5 портретах один и тот же человек. Вообще абсурд полный. Как они могут быть одним человеком? Второй, пятый. Спасибо. Вы? Второй, пятый. Уж то-что, уши им искусственно оттопырить не могли. Спасибо. Вы? На второй и пятой фотографиях один и тот же человек. Спасибо. Вы? На всех фотографиях абсолютно один и тот же человек. Замечательно. Такое поведение тоже не самостоятельно. Человек не отстаивает собственную точку зрения. Он просто хочет быть против всех. Третий и пятый, безусловно, один и тот же. Та же рубашка, то же выражение лица. Здесь это вообще на 100% очевидно. Впервые члены подставной группы говорят правду. На третьей и пятой фотографиях действительно один и тот же человек. Спасибо. Вы? Мне кажется, что даже если вот младенца сюда пригласить лет 5-6, он без труда познает, что третий и пятый – это один и тот же человек. Поэтому для меня это совершенно очевидно. Спасибо. Вы? Да. Третий, пятый, конечно. Ну, кепку просто одели, а там прям все практически одинаково. И волосы торчат такие же. Третий, пятый, один и тот же человек. Мне кажется, что больше всего похож четвертый с пятого. Третий на пятую как-то не особо похож. Там подбородок как-то больше на третьей фотографии. И лицо как-то поменьше и покруглее. А на пятый не похож он. Один человек, четвертый. Так, ну ладно.
Вот такой ролик, это отрезок из фильма «Я и другие». «Я и другие». Там проводятся разные социальные эксперименты, как социум влияет на одного человека. Ну, вы догадались, что происходит в этом ролике. В этом ролике подставные 8 участников называют черную и белую пирамидки двумя белыми. Ну и самый главный испытуемый – это девятый человек. Скажите, пожалуйста, когда вы включаете телевизор, вам говорят, какого цвета пирамидки? А в социальных сетях вам говорят, какого цвета пирамидки? А когда вы приходите в организацию, вам говорят, какого цвета пирамидки в этой организации? Нам всегда говорят. Я вам сейчас здесь говорю, какого цвета должны быть ваши пирамидки. Мы социальные существа, и нам постоянно транслируют какие-то определенные правила. И на самом деле статистика этого эксперимента, вот этих пирамидок, она очень проста. 70% людей говорят, что обе белые. Вот 70% из вас, если правильно все сделать, скажут, что обе белые. А 27% из тех 30, которые все-таки скажут, что черные и белые, скажут, что обе белые через одну минуту. Когда вот эти 8 посмотрят и скажут, нет, ну вы что, считаете, мы тут идиоты собрались, что ли? Нет, нет, обе белые. И всего лишь 3% людей способны дальше настаивать на очевидном. И те организации, про которых мы будем сегодня говорить, это организации, которые смогли создать свои собственные правила игры. Сейчас в отношении бирюзовых организаций очень много таких вот манипуляций. Вот обычно вот так внедряются сейчас бирюзовые организации, либо они еще могут внедряться вот таким вот образом. Нам приходилось иметь дело с такими корпорациями, которые примерно так внедряли бирюзовые принципы так называемых живых организаций, как мы их называем. И сейчас я бы хотел вам рассказать про те принципы, которые мы увидели в организациях, каким особенностям удовлетворяют эти организации. Вот здесь вы можете видеть перечень этих организаций, которые мы считаем в организациях, можно увидеть некие тренды организации будущего. Это вот, вы здесь их можете увидеть. Все они выступают на нашем форуме «Бизнес со смыслом», и мы поставили перед собой такую миссию объединить эти организации, показать их друг другу и сделать так, чтобы эти тренды стали действительно трендами, чтобы они говорили все. И сейчас мы бы хотели сказать о нашем исследовании, которое мы уже проводим 3 года. Чем же эти организации отличаются от обычной российской организации, соответственно. Итак, что же для них характерно? Так, 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 это я перерисовал. А можно слайд обратно? Там был перечень. 2 раза нажал. Ну ладно. Так, секунду, секунду. Ага. Так, секунду, секунду. Можно заново запустить слайд тогда? Чем эти организации, они… Сейчас, секунду. Сейчас мне перезапустят еще раз презентацию, и я тогда начну сначала. Я расскажу разные организации, разные истории из этих организаций, которые… Вот, ага. Так, вот эти организации. И первый очень важный такой принцип – это лидерство. Эти все организации создаются лидерами, которые верят в то, что определенные принципы гораздо важнее, чем все остальное. Все эти организации, кстати, активно используют так называемые IT, IT-системы управления очень активно используют. И на нескольких примерах я тоже это расскажу. Какие качества есть у лидеров таких организаций? Мы провели такое исследование, и здесь, соответственно, вы выбрали 15 таких составляющих лидера организации будущего. И первый из них – это обязательно какой-то свой путь. Эти организации, они стараются узнать лучшее и потом на основе лучшего сформировать что-то новое. В этих организациях такой есть всегда мечта и свое предназначение. Я расскажу просто несколько историй из таких организаций. Вот те из вас, кто из Москвы, кто заходил или регулярно заходит в такие магазины, как Вкусвилл. Вот когда вы заходите, что вы чувствуете в такой организации? Вот давайте, какие вот ассоциации возникают? Вот. Свежесть, да. А с точки зрения эмоций, какая эмоция? Душевность, да, душевность. Небезразличие. Можно сказать, небезразличие есть в таких организациях. То есть такое впечатление, что сотрудники в этих организациях, они играют. Они не спят, они играют. Вот. И это интересная составляющая корпоративной культуры. Вообще, если говорить про корпоративную культуру, мы в правилах игры даем такое определение корпоративной культуры. Это энергия. Ну, например, когда заходишь во Вкусвилл, одно ощущение, а когда, допустим, заходишь, ну давайте возьмем такой пример, Почта России. Вот когда в Почту России заходишь, какие ассоциации возникают?
Сбежать, да. Да. Что? Безнадежно, безнадега, да, то есть вот такой пример. И чувствуешь, и как-то вот хочется выйти оттуда. Ну, есть, допустим, Сбербанк. 10 лет назад Сбербанк, он недалеко, в общем-то, ушел от текущей Почты России, но сейчас, вот, когда заходишь в отделение Сбербанка, что чувствуешь? Ведь можем же мы, вот у людей появляется определенная надежда и определенная энергия. Вот эта вот энергия, это есть корпоративная культура. Так вот, те организации, про которые я сейчас буду рассказывать, это организации, в которых есть вот эта энергия, которая умудряется создавать эту очень сильную мотивирующую энергию. Для самых лучших сотрудников организации она является самым лучшим. Но при этом IT в этих во всех организациях есть. Ну, например, я так понимаю, что здесь очень много айтишников. Компания Вкусвилл. У них это сеть, как вы знаете, из 400 магазинов. При этом у них весь ассортимент обновляется ежесуточно. То есть на распределительном центре приезжают там 300 фур, и эти 300 фур, они в течение суток трансформируются где-то в 400-500 таких 12-палетников, которые ежесуточно приезжают в магазин. И поэтому их процент списаний меньше, по-моему, 2% у них процент списаний, туда включается и воровство, и все остальное. Для любой розничной сети, когда они узнают про такой процент, они думают, что это нереально, потому что обычно это 7-8% и более. При этом, конечно же, там все автоматизировано, там автозаказ и так далее, но когда они узнают, что благодаря чему они могут ежесуточно держать такой сумасшедший темп, они очень удивляются, потому что там нет автоматизации, там есть доверие. Например, представьте, вот огромный распределительный центр, упаковщик упаковывает заказ, укладывает его на палеты, дальше приезжает водитель, который не является сотрудником организации. А теперь внимание, он принимает эти палеты, не пересчитывая ничего, не подписывая никаких актов сдачи приемки. Он это все везет, соответственно, в магазин, и в магазине, приезжая в 4-5 утра, обычно там никого нет, он ключами открывает этот магазин и оставляет эти палеты в магазине. И там у него тоже никто не принимает этот товар. Никаких актов сдачи приемки. Утром в 7-8 утра приходят продавцы, и они, не считая, это интересный третий момент, они не пересчитывая, все это расставляют по полкам. Представляете, в трех местах есть, соответственно, вероятность того, что что-то будет украдено. Вот казалось бы, вот для многих это нонсенс. Вы можете меня спросить, крадут ли? Да, крадут. Но так как система считает абсолютно всех и абсолютно каждого, она со статистической вероятностью всегда очень быстро показывает тех экспедиторов или те магазины, где теряются, и очень быстро показывает, соответственно, то, с кем нужно поговорить, как минимум, да, как минимум поговорить. И, как правило, реагировать происходит всегда. И в этом плане случаи воровства единичны. Реально, бывает, месяцы проходят, там несколько месяцев, когда нет ни одного случая воровства. И это сотни, если не тысячи людей, у которых есть возможность для этого, но они этого не делают. Почему? Потому что, во-первых, им доверяют, во-вторых, система, естественно, считает, все это знают. Ну, а в-третьих, что самое интересное, как вы думаете, какой экономический эффект от всего этого? Представляете, сколько времени и энергии экономится насчет того, что люди просто стали доверять? Но при этом IT-система никуда не делась, она есть, но она не контролирует, а она помогает. И вот это вот очень важная особенность IT-системы в организации будущего. Не контроль, но помощь. Вот. И лидеры живой организации, они в это верят. На что хотел бы еще обратить внимание. Все эти организации регулярно читают. Практически во всех этих организациях есть клубы, книжные клубы, где на добровольной основе можно прийти и обсудить какую-то книгу. Обычно есть книга месяца, то есть это есть примерно более чем половине организации, люди постоянно читают, развиваются и делают это из книг. И лидер такой организации – это человек, который постоянно развивается. Как правило, он не директивный управленец, он всегда наставник. И еще бы я хотел сделать такой акцент на таком пункте, как осознанность. Осознанность – это означает, что появляется некая духовность, и которая от лидера передается всей остальной организации. Соответственно, второй очень важный тренд – это самоорганизация, а не бардак. То есть, в принципе, в таких организациях любой человек может принять решение. И, как правило, большинство решений там принимают менеджеры даже среднего звена, не лидер и не топ-менеджер. Но при этом есть регулярные процессы,
управления принятием решений, есть регулярные процессы управления ожиданиями друг от друга. И с этой точки зрения, да, вижу, спасибо. И с этой точки зрения в этих организациях всегда видно, кто принял решение, и за неправильно принятые решения не наказывают. Это еще одна беда большинства российских организаций, когда наказывают за ошибку. Вот в живых организациях у всех есть право ошибиться, но при этом обычно там не повторяют ошибки, потому что люди охотно делятся своей ошибкой. Например, если вспоминать тот же «Вкусвилл», у них одно из таких титульных книг, у них есть пару десятков книг, которые обязан прочитать любой сотрудник компании. Это очень такая интересная книга, которая меняет отношение ошибку, называется «Черный ящик». Может быть, читали эту книгу. И она рассказывает, пропагандирует право на ошибку и дает это право каждому на ошибку. Вот. И вот это право на ошибку есть абсолютно в любой из тех организаций, которые мы назвали. В российских организациях, как правило, за ошибки наказывают. В этом плане, как только руководители начинают наказывать за ошибки, они вынуждены принимать решения все сами и становятся узкими горлышками. Живая бизнес-модель. У них у всех уникальная бизнес-модель, то есть они дают рынку что-то новое, причем это очень сложно повторить конкурентам. Например, Вкусвилл дал такую ценность, как доверие. Например, они до сих пор являются единственной сетью, которая принимает продукт обратно. Вы можете сдать им продукт обратно, и не нужно сдавать чек. Недавно я купил у них дыню, гнилую дыню. Она оказалась гнилой, была красивой, а оказалась гнилой. Я принес ее домой, разрезал, она гнилая, я ее сфотографировал, отправил им по электронной почте, и через 20 минут мне вернулись деньги на мой счет бонусами, на бонусную карту. Они ничего от меня не требуют, потому что доверие гораздо, гораздо выгоднее, чем контроль, недоверие и так далее. Оно обижает, в конце концов, доверие, контроль из-за недоверия. И вот в этом плане они всегда задаются таким важным вопросом, и вот мы, как консультанты со многими из этих организаций работаем, все стратегические сессии начинаются с того, а что мы можем нового дать нашему клиенту, чтобы он продолжал нас любить еще больше. Что мы нового можем ему дать? И все сфокусировано вокруг клиента. А все коммуникации внутри выстраиваются, исходя из вот этого внешнего клиента, а потом все переходит, что мы можем нового дать нашим внутренним клиентам. И все мыслят категориям клиентоориентированности. Все начинается с живой бизнес-модели. А дальше у них очень интересный момент – это гибкая оргструктура. То есть лидерство может взять любой человек, который находится ближе всего к проблеме. И, допустим, в том же Вкусвилле, несмотря на 3500 человек, которые там работают, всего 3 уровня иерархии. Сейчас очень большой тренд набирает так называемые холократия, коллаборационные технологии, вот эти круги. И в этом плане во всех этих компаниях очень-очень плоская организационная структура, очень широкая, очень плоская, и лидерство может взять каждый. И может организовать вокруг себя как проектную команду, так и, в общем-то, потом, после того, как проект будет реализован, возглавить соответствующее бизнес-направление. Следующее – это система стажировок. Все эти компании активно учатся вышестоящей системе. Это стажировки в Европу, стажировки в Соединенные Штаты, в Азию. То есть они не боятся копировать. Это часто бывает такое. Мы встречаем во многих российских организациях то, что копируют, ну, изобретают велосипед. Вместо того, чтобы съездить и на 2 недельки там, погулять по Силиконовой долине, заехать на разные стажировки, вдохновиться и потом на основании этого внедрить какие-то лучшие практики. Вот они этого не боятся и не считают зазорным учиться в вышестоящей системе. Это, кстати, есть мало у кого, в основном это игнорируется. Это очень простой и очень эффективный ход. Шестое, они движутся по спирали, соответственно, движутся по спирали, тут написано давление, движение по спирали, и с этой точки зрения все эти организации по спиральной динамике находятся на таком оранже-зелено-бирюзовом уровне. Что значит, если организация находится на этом уровне? Это означает, что в этой организации, как правило, есть по умолчанию на уровне одной черной и белой пирамидки чувство чести, то есть там принято держать слово. В большинстве российских организаций со словом очень все плохо. Ну, потому что в вышестоящей системе нет национального слова. Когда-то у нас было национальное слово дворянина, национальное слово русского купца, даже было национальное слово коммуниста. Это стоило чего-нибудь, слово коммуниста? Да, оно стоило. А сейчас у нас какое в стране слово? Слово пацана, правильно, да, сказали? Вот.
И вот как-то так и живем 25 лет. Вот во всех этих организациях принято держать слово. Это, кстати, дорогая штука, надо сказать, ребята. Это очень важная штука. Это то, базис которого все начинается. Вот. Во всех этих организациях нету неработающих правил и регламентов. Соответственно, это то, что есть во многих российских организациях, вот знаете, вот бюрократия. А что вы подразумеваете под бюрократией? Вот когда мы задаем такой вопрос, уточните, что такое бюрократия? Это неработающие правила. Потому что если правило работает, то никто не скажет, что это бюрократия. Все скажут, здорово, что у нас это правило есть. Люди вовлечены в процесс его улучшения. Во всех этих организациях принято улучшать процессы и правила. Никто не пройдет мимо неработающего правила. Обязательно будет какая-то определенная запись о том, что давайте мы это правило улучшим, давайте мы его отменим, если оно вдруг не актуально. И есть вот этот важный фактор не безразличия, не проходить мимо. И все живые организации построены вокруг этого. Контроль, я уже привел пример на этот, как помощь. То есть есть две составляющие контроля. Есть составляющие контроля темная, есть светлая. Вот в России часто контроль – это как темная сторона. Темная сторона контроля – это что? Это недоверие. Я тебя контролирую, потому что я боюсь, что ты сделаешь не так. Вот во всех этих организациях контроль именно со светлой стороны реализуется. Контроль как поддержка, соответственно, как помощь. И это совершенно другая сторона контроля. Восьмой. Они создают правила и стандарты рынка. Как правило, все эти организации, которые мы показали на первом слайде, все эти организации, они лидеры рынка. То есть, допустим, буква ЕД из Санкт-Петербурга, сеть, которая продолжает расти в кризис. Знаете, да, что происходит с книжным рынком? Книжный рынок очень быстро сейчас падает, особенно бумажных книг. А эти ребята открывают по 10-15 магазинов ежегодно, причем ограничиваясь только северо-западным направлением. Они не могут зайти в центр, еще куда-то, потому что они сейчас часть большой такой достаточно. Холдинга машины и развиваются только в своей территории. И делают это за счет своей уникальной культуры. При этом у них текучка среди управляющих магазинов меньше 1%. Потому что они изначально ищут людей, которые влюбленные в дело. А текучка среди работников магазинов в сети Букваед менее 30%, около 30%. Кстати, кто из вас из розницы, особенно продуктовой розницы, то там обычно цифры текучки это 70, 80, 100% в год. Во вкусвере текучка 30% в год. Тоже интересный такой показатель. Для розницы сумасшедший показатель. И девятый такой очень интересный принцип. Так как эти компании постоянно думают, что нового мы можем дать клиенту, каждую стратегическую сессию они начинают с этого вопроса, чем мы новым можем удивить нашего клиента, как правило, все эти компании играют в Голубом океане. То есть они дают настолько уникальное ценностное предложение для клиента, что никто из конкурентов не может этого повторить. И это очень интересно, потому что это позволяет, в общем-то, с одной стороны, зарабатывать премиальную такую маржу, с другой стороны, это позволяет постоянно быть в отрыве от конкурентов и думать про инновации, а не про то, чтобы как победить или побороть конкурентов. Книги, которые по этой теме мы рекомендуем вам почитать, посмотреть, это вот они здесь приведены. Ну, самая такая популярная сейчас, это, конечно, «Открывая организации будущего». Про нее сейчас не говорит только ленивый, хотя я бы рекомендовал начинать с книги «Маверик». «Маверик» — это компания, которая одной из первых в мире в еще 80-х годах внедрили эти принципы живых организаций. Вот. Ну и, конечно же, здесь должна быть такая книга, как «Запас». «Запас», и здесь нету этой книги, но я ее назову. Это «Лидеры племя». «Лидер племя», ее автор Дэйв Логан приезжает в Москву в ближайшие дни. Я не помню точную дату, по-моему, в ноябре он будет в Москве, и можно лично сходить поучиться у него. Я не рекомендую сразу же внедрять все, что здесь написано, потому что очень важно двигаться постепенно, по спирали. Если компания находится на красном уровне, таком военном уровне, в которой лидер может безнаказанно нарушать любые правила и является, по сути, примером, вот смотрите, я не подчиняюсь никаким правилам, то вряд ли тут можно говорить про самоорганизацию, про эволюционную цель и про все остальные принципы живых организаций, которые освобождают вот эту творческую энергию, которая есть в людях. Вот, ну, 2018 год – это наш стендап-форум «Бизнес со смыслом». 17-18 марта все эти бизнесы будут у нас здесь, в Москве, и мы вас приглашаем в сайт www.businesssosmyslom.rf. Можете зайти и посмотреть. Там будет очень драйвово. И если говорить про Telegram, у нас те из вас, кто использует Telegram, в Telegram есть чат «Бизнес со смыслом». Можете его найти. «Business with Meaning» он называется.
Там мы ежедневно размещаем разный материал. У нас есть канал YouTube, там более 50 интервью бесплатных с лидерами со смысла. Вы можете вдохновиться ими и узнать все секреты от них. Наша миссия заключается в том, чтобы продвигать эту идею. Это не коммерческий проект, поэтому очень много бесплатной информации. И на нашем канале «Правила игры» вы можете найти интервью там, и с Андреем Кривенко, и с Борисом Дьяконовым из «Точки», и с «Инвитро», и так далее, и так далее, и так далее. Это вот, чтобы вы могли поподробнее изучить эту тематику. Ну и завершить я хотел бы такой важной для нас фразой. На пути решений можно принять любое решение, но ни одно решение не решает всех вопросов. Не бывает идеальных шаблонов. Все эти организации, про которые я сейчас постарался вам за 25 минут рассказать, они все ищут свой путь. Они активно изучают чужой опыт, но никогда его слепо не копируют. Они всегда его пропускают через собственное сердце, задавая себе вопрос, а верю ли я в этот принцип? И здесь можно завершить еще одной очень важной фразой. Каждому будет дано по вере его. Если вы верите, что ваши сотрудники безинициативны, если они, их основная цель заключается в том, чтобы посидеть на работе с 9 до 6, провести это время в Фейсбуке, им ничего от жизни не надо, то, скорее всего, так и будет. Но если вы верите в светлую сторону своих сотрудников и готовы мириться и работать, даже не мириться, а работать с темной стороной, она будет проявляться регулярно. У каждого из нас есть и светлая, и темная сторона. И мы из нашего собственного окружения ценим именно тех друзей, которые принимают не только нашу светлую сторону, но и принимают нашу темную сторону, желательно помогают нам с ней справиться. И вот те организации будущего создадут уникальную корпоративную культуру, которые будут соответствовать вот этому очень важному критерию. Верить друг в друга, верить в общую цель, верить в свои собственные принципы. Это важный момент. У этих компаний есть принципы, и они в них верят. И каждый день делать максимум для достижения тех целей, которые ставят эти самые организации. Спасибо вам за внимание. Я готов ответить на те или иные вопросы по бирюзовым организациям, организациям будущего, по тем организациям, о которых мы сейчас говорили. Ну, также по иностранным тоже можно ответить. Мы устраиваем стажировки не только в российские компании, но и в иностранные компании. Вот у нас в ноябре будет такой выезд. Посмотрим, как устроен запас, Morningstar, Facebook, Google, ну и так далее. Готов буду ответить на ваши вопросы. У нас есть несколько минут по вот этим организациям. Спасибо. Да. Спасибо, Сергей. Да, действительно, я думаю, нужно наградить аплодисментами Сергей Бехтерев, управляющий партнер компании Спасибо. «Правила игры». Конечно же, нет, Сергей, еще буквально. Напоминаю, что ваши вопросы нашим гостям вы можете задавать через приложение Bittrex.conf. И слушая вас, у меня тоже возник вопрос, я позволю себе задать. Сколько времени обычно, по вашему опыту, нужно для внедрения хотя бы начальных базисных принципов бирюзовых организаций в российской компании маленького, среднего масштаба и крупного? Ну, маленькая компания, она, в принципе, условно говоря, должна быть бирюзовой, там, если 5-10 человек, потому что там все делают все. Там все обращаются к личностям друг друга, там все взаимодействуют друг с другом. И с этой точки зрения там очень многие принципы, там agile, scrum, они могут быть вполне применимы. Это тоже из этой же оперы, из современных трендов. А вот если говорить про крупную организацию, то это всегда вопрос индивидуальный. То есть когда перед нами ставят такую задачу, мы, во-первых, ее уточняем, потому что на самом деле оказывается, что этот запрос «помогите нам стать более живыми или бирюзовыми», он не про бирюзовость, а он, в принципе, про то, чтобы начать говорить друг с другом. Хорошо, давайте так. По вашему опыту, самый быстрый процесс внедрения и самый длительный? Слушайте, ну самый быстрый процесс – это процесс, когда компания сразу же в начале такой становится. Вот как раз пример феномена «Вкусвилл», например. А самый длительный – это может быть всю историю компании. Например, я наблюдаю банк «Точка» вот с 2005-2006 года. Они последовательно на моих глазах внедряли самые разные системы управления, до сих пор это делают. Это бесконечный путь. То есть нельзя сказать, что вот-вот она «Точка», и мы прям вот стали бирюзовой, условно говоря, организацией. Так же, как нельзя сказать, что мы стали абсолютно системой. Вот у нас, можно ли сказать, что вот все, мы внедрили бизнес-процессы на 100%? Можно так сказать? Никогда так нельзя сказать, потому что бизнес-процесс – это бесконечная история. Вот. И так можно сказать про абсолютно все. Поэтому это такой бесконечный путь, но он очень интересный, такой игры по своим правилам. Спасибо, спасибо. Напомню еще раз, давайте поблагодарим аплодисментами. Спасибо, Сергей. Спасибо. Сергей Бехтерев, управляющий партнер компании «Правила игры». Да. Устанавливайте свой собственный цвет пирамидок. Вот это я хотел пожелать в конце. Спасибо. Спасибо.